ремонт не будет там день занимать, вы можете неделю иногда получить зарплату, придется. Годами не надо. Вот. А если вы готовы, то эта тачка будет охуенная. Если вы хотите в сервис ее возить, обслуживать, то вы ее не потянете никогда в жизни. Там будут такие бабки драть, блядь, с вас. Просто пиздец. Вот и все. Вы не в курсе случайно? Вот это вот, короче, мы сейчас форсунки хотели этот купить. Она вот там вот выходит. Она сюда должна куда-то. Ну да, а вот там она выходит, палец. Только видите, ну, я так понимаю, она как-то насадка. Ну, там... ну как-то сделано, не знаю точно. Ну, найдете, разберетесь там. Это не проблема. Просто вот этот вот пытаюсь выдернуть. Вы на нем ездите сейчас? Ну да. Вам надо залезть вниз, блять. У вас стоит, во-первых, масло в коробке, надо посмотреть. У вас автомат же? Да, автомат. Вот там вот масляный щуп где-то. R40 или что-нибудь такое, или старше, блядь, автомат. Автомат более-менее надежный. А где еще щуп от этого? Вон он там. Я его потерял. Щуп автомата. Да. Можете посмотреть да, масло? Заводи хороший мотор. Заводи. Автомат такая хуйня. Остаток масла.